Не все еще поняли, но микроволновки – наши помощники. Так почему же они нас пугают? Потому что микроволновая печь нагревает еду с помощью электромагнитного излучения сверхвысокой частоты – СВЧ. Эти волны мы не видим и не ощущаем. Электромагнитные волны воздействуют на молекулы воды, жиров, сахаров в пище. Соответственно, молекулы колеблются, ударяются друг от друга, выделяют тепло и, соответственно, продукт нагревается. Таким образом, можно выделить такие плюсы микроволновки, как быстрый разогрев пищи, можно готовить и размораживать полуфабрикаты, можно готовить различные блюда, например, кексы или омлеты или другие блюда. Можно готовить корнеплоды, например, свеклу. Не нужно ждать, пока она сварится или запечется в духовке. Процесс намного ускоряется. Также дополнительный плюс – это компактный размер микроволновки и простота в использовании.